Пиренендеш СССР халық артистки Надежда Павлова шакунзенче хын утмобилик шулхе юбилейне балладуна. Шавна май мускаври пызык театрда Светлана Потемкина Надежда Павлова балерина ба пызык интервью кенегене хакланам. Шубашкарда журналиста Юсня Надежда Павлован шаби козы кылдахы не еверле. Кискева хатравал пызык шидень узем дума булдарна. Вынулды шулдахвал балет артизизейн педемзо юсри конкурсенче премш премии едивишне тебри шулдан педемдинчери конкурс рашендерне. Пызык театр трупи ежинче терле шершеври чи пызык сцены зене барндарна. Ширым загар шулдах СССР халых артистки яда девишне бернендеш. Светлана Потемкина Надежда Павлова балерина ба пызык интервью кенегене пене яхан экземпляр ба бичетлене. Был интервью ран сайрадель Булаган документ синчен тогда, а за иллюзинчен трать. Чуваш республикин культуры министра Светлана Каликова уяв гажнче Надежда Павловна чуваш автономии области щерчул жить не халаласа кларны медаль бечи сларе. Чуваш инре она астуны не тогда юрат не бельдерче, малаш не перлещих нзайшли меченче. Надежда Павловна халала на книге был и гибинди ширмиш щелда тухна был на паенхи гуна книги зем юлман демели анчах табери издательство бакалы садал демер чуваш республики инди вырнашты библиотека земвали в зем перенвали еще не книги зем каларыш в зем библиотека зем не щедиш куча еще мар мускавра эшли жил журевре был на май Светлана Потемкина ба чуваш книги издательство инче балерина щенчень книги альбом каларасы и два да сюцей аврищ.